Юртыш вновь, как и накануне, в белой форме, бело-голубой. И в воротах, как и вчера, будет играть Владимир Ковач. Тем не менее, павлодарцы вышли победителями из этого спора. Неплохая атака. Передача, бросок. Ох, какой сейчас сейв делает вратарь. Все-таки Иртыш добивается успеха. И все-таки добивается успеха хоккеисты Иртыша. Одобрительных возгласов. Вот атака. Посмотрите, первый бросок. Качулина, вратарь, отбивает шайбу. И тут же Качулин успевает сделать пас на пятачок, куда въезжает. Еще раз смотрим на повторе. Здесь не сумели защитники помешать Качулину, который выложил шайбу. Борьба за шайбу выиграли алматинцы. И точный бросок. Неожиданно потеряли гости шайбу прямо перед своими воротами. Вот здесь Алдамжаров боролся. И с разворота очень хлестко бросил Евграфов по воротам Иртыша. Снова Егоров. Выход 1-1. И вторая шайба в воротах Иртыша. Ну и как тут не вспомнить вчерашний матч, когда также Ковач очень быстро пропустил, когда даже не две, а три шайбы. Орлов проиграл вбрасывание, тут же бросил защитник, потеря, выход 1-1, Тимошенко. И шайба добита в ворота. За 8 секунд до сирены счет становится 3-1 в пользу Алматы. За минуту 55 секунд забросили 3 шайбы. Сейчас им на это понадобилось чуть больше времени. Капылец, по сути, один остался против двух нападающих Алматы. Капылец пытался помешать сначала Тимошенко, а затем не успел среагировать на отскок. Пятерка Клемешова у Иртыша, звено Орлова у Алматы. Бросок Мазунина, рикошет, и шайба неожиданно для голкипера ныряет ему между щитков. В кого попала она после броска Мазунина? Да, в конек Орлова угодила шайба. И записана она будет на счет защитника Иртыша Евгения Мазунина. Третий гол Мазунина. Графов. За павлодарцами осталось вбрасывание. Мазунин первым успел к шайбе. Бросил ее за ворот. Вот этого следовал пас на пятачок. И все-таки протолкнули шайбу в ворота. Это Гутов отличился. Матинцев. Там не только защитники были, обороняющиеся. Мисбахов не сумел закрыть Гутова. Вот он первый раз бросил, вратарь отбил. И Гутов успел на добивание. Егоров. Бросок. Дальний бросок Егорова. Спустя 1 минуту и 11 секунд после начала овертайма приносит Алматы вторую подряд победу над Иртышом в овертайме.